Шопен. Баллада F-моль. Исполняет студентка третьего курса Эсси Элинайте. Записано Павлом Лобановым 26 февраля 1962 года. До самого конца, милый. Ну, не дождь, нет. Слишком уж часто меняешь педаль. Все-таки я бы так брал. Не стоит... с каждой восьмой. Иногда, если заметишь, это по слуху, конечно, если заметишь, что немножко грузная педаль для мелодии, то за это сделать. Ну так, диалектически, да.
люблю больше тот вариант, минорный. Есть это, и то, и другое вполне возможно. Я не знаю, Шопена, к сожалению, нельзя послать телеграмму и спросить, как он хотел. Минор. Разрыв, то есть миболь, дубль. Дубль может. Понимаешь, как в других изданиях. Это логичнее. Но не беда, если и так сыграть. Ну, сыграй сейчас. Потом ведь только, когда она радостная, в десь-дур. Больше с этим. Но там как раз немножко как бы уживлённее идёт. Если так очень делать из неё такую, понимаешь, ленту, не хочется. Правда, некоторые люди так играют. Ты чувствуешь, что это вроде Баркарова. Отделял все-таки лигу, я представляю себе, как здесь написано. У тебя вышло так, так, как будто здесь вот такой вздох. Я себе представляю, так. Как одно целое. Это не беда, конечно, может так, но это немножко мельчит фразу. Сыграй раньше вот отсюда, вот так. Это начало немножко слишком громко, правда? Заметила, правда? Постепенно, крешендо все-таки, а не сразу громче. В прошлый раз сыграла немножко слишком сразу, для меня громко. Thank you.
ушах мы играли в это мясо. Если представляю, здесь это как-то надо внутренним слухом услышать эту богатую, но негромкую вагнеровскую инструментовку. Когда, ну, и помнишь, я как-то играл здесь, при этом месте играл, куски из Изольды. Из Тристана и Изольды, где-то страшно много инструментов, но мягкого форте. Но это именно то самое вагнеровское форте, которое здесь представляет. Определить, в этой минуте. Это его особенность такая. Давайте, душенька, еще раз. Этот переход из дедур в фис-моль, как будто облако прошло маленькое, правда, это минор, но как облако затемнило. Минор. И потом аккорд. Ну, такая прелесть, если... Ну, это каждый знает, и каждый может услышать, но сделать это так, чтобы... Чтобы и дурак понял, из публики. В эту штуку. Я бы брал так, это не более нормально. Ну, лапер. Зачем это? Неудобно. Не практично. Ну, лапер, конечно. Ну, конечно. Я так не думал. Иногда можно играть с такими пальцами, даже ногой можно что-нибудь сыграть. Но все-таки из всех возможностей есть какая-то наилучшая. Самая тонкая, самая верная. Вот это надо выбирать, когда думаешь о пальцах. Часто ваши ученики играют просто такими пальцами, потому что слишком легкое место, любыми пальцами можно сыграть. Но это же не довод в пользу такой аппликатурной анархии. Правда? Это же не довод, наоборот. Всегда можно выбрать самые лучшие пальцы, самые удобные. Ну да, ну не подумал просто. Yeah.
между ними. Да, я вижу. Можно? Ну, садись, хоть слушай, пожалуйста. Да. Угу. Ну, ложи, что ли? Ну, не знаю, конечно. На первом. Ну, тут написано верно. Размышления, чтобы больше дать в этом подобие фугато. Это, конечно, не фугато, это просто имитация, правда же идет. Но производит впечатление фуги почти. Хотя это вовсе не просто имитация, правда? Но настолько в этом шопеновском стиле, настолько, когда получается контрапунктическое место, оно так сильно действует, что вы просто у вас впечатление настоящей фуги. Хотя никакой фуги нет, просто имитация у всех глаза. Там. То есть каноны следующие. Так лучше не фуга. А производит впечатление, что это совершенно фугировано, понимаете? Дух фуги. Так вот, размышления, дух фуги, размышления. Немножко дать больше. Я вам скажу, в чем дело. Сыграйте. Нет. Дольчиссимо, но лучше. Ну и что ж, ну красивее немножко. Не надо отделять, Оршин, я бы не отделял так. И тут лига правильно поставлена. Как будто она отсюда идет, а не так-то. А вы играете... Как будто отделяете. Нет, это постепенно раскачивается. И входит в это. Не отделять. Так это размышление, тут нужна ровность, метрическая, ритмическая ровность, как свойственно фугированному стилю, вообще такому контрапунктическому. Thank you.
так, ну и понятно, это верно, почти. Но везет, ну слушай, диалектика требует, ты живой слух другими с вами. Требует, чтобы немножко на быть осторожнее. Маленький сделать. То есть, этого нет в нотах, но подразумевается. Маленький всплеск этого вивоны, понимаете. Чуть-чуть, даже не хочется писать. Так, наверное, чуть-чуть, вот так. Понимаете? Если это сделать, это живые получается. Правда, живые. А мы что? Влево я всегда... В некоторых деталях написано так. Это ужасно для меня. Минуту. Не было. Так. Это как у вас кончается? Дальше идти. Почему-то замедление идет. Сыграйте еще раз. Теперь я тебе помогал, а теперь сама сыграй, конечно. Thank you.
все-таки не софиясом. Оно сыграем раз совсем медленно, как будто такое. Этого эмоль неожиданно, правда, как это чудесно. Это эмоль. Осталось. Просто мне хочется еще и влево немножко больше до этого. Да, мне немножко кажется подозрительным. Я бы чаще выбрал. Чтобы бас полностью так сыграл то, что ему нужно. Но все время растет. Вот. Конечно, это не надо показывать, но надо слушать. Показывать не надо. Такими вещами, чем маленькая рука, надо думать об этом. Пять пальцев, всегда вот с маленькими руками.